козлик. Там или козочка, или тоже козлик. Вроде козочка. Или козлик с маленькими рожками. Что-то вроде маленькое мелькает. Этот смотрится сам светлее. Может быть, даже размером чуть поменьше, кажется. Непонятно. Сейчас дождусь, кто там выйдет. Нет, тоже козлик. У этого рожки поменьше. Вот второй козлик. У него два отросточка на одном вроде, три маленьких на другом. Поляна мне. Не знаю, сейчас получится перейти. Если нет, то нет. Трофейный козлик, только почему-то он совсем в другой стороне. Может, их два таких ходит. Нет, это другой. Если кто будет сравнивать на видео, у того козлика вот так вот, если как я смотрю, левый отросток в сторону ходит, а у этого вверх они. Так, ставим галочку. Это очень интересно. Так, едем мы с вороном дальше. Ворон весь сильно мокрый. Сейчас ему такому нежелательно давать волю кушать. Так что ходить долго не буду. Сейчас часика полтора шагом пройдем. Да, ворон? Все, и привяжешься. Будешь травку кушать, я буду дальше блыкаться ходить.
Главное успеть слезть до такого момента. Да, ворон? Все, ворон у меня обсох. Привязались. Я ножками, ворон травку кушать. Вот такие дела.